Продолжаем. Я специально немножко подождал, чтобы, так сказать, заполнился этот бак. Литий нам не нужен. Нам нужен магнетит. Вот здесь, кстати, можно будет эту поставить, комнату сканирования с отдельным источником энергии. Да-да, как вариант. О, что? А, скопление карликовых вееров. Ну ладно. Вееров так. Вот что-то новенькое даже нашел. Так, это литий. Нет, литий пусть будет. Ух ты, какая хрень там плавает, но я к ней пока не пойду. Да, это электрическая бубуйня, но довольно опасно. Здравствуй, акула. Не ешь ската. Скат красивый. Хотя... алмаз еще один. Ну, в принципе, да, хорошо. О. Здрасте. Вот это да. Вот это наткнулся. А тут воздухом заправиться нельзя? Нет, к сожалению. А жаль. Планетная вентиляция. Так, ой, как хорошо. Тут даже взять яйцо существом. Давайте возьмем. Можно воздуху, пожалуйста? Кто-нибудь еще видит? О, что-то вижу. Яйцо существа. Ну да, нам в какой-то момент надо будет сделать аквариум. Да, и пусть большое. Ой, не маленькое. Ну ладно. Может, этот скат прозрачный. Вот этот вот красавчик. Может быть, кстати. Ну, других-то и нету, в общем, так-то еще это может быть. Угу, поплыли. Так, это у нас фрагмент мостика, да, я так понимаю? Ага. То есть это нам больше не надо. Это у нас литий. Ну, кстати, да, вот надо запомнить, что здесь в этих краях можно собирать литий в больших количествах. Это у нас что? Корпус циклоп, по-моему, нам тоже уже не нужен. Да, он нам тоже... По-моему, я уже могу собрать циклоп, да? Так. Я здесь плаваю в надежде наткнуться на магнетит все-таки. Я как бы знаю, где он есть, но мне, чтобы туда попасть, это надо... Блин. Мне, чтобы туда попасть... Сейчас. Надо желательно все-таки сварга... Ну нет, либо... Либо... Нет, стыковочная шахта нам тоже сейчас не нужна уже. Так, это у нас есть. Ну а что за зря их разбирать? Без толку. Литий. Тритий. Акула. Даже не одна. Эх, магнетиту бы сюда. Я даже примерно помню, как он выглядит. Такая смешная торчащая пипка. О, вижу коралл. Ну. Угу, посипки. Я вижу тут в основном литий. С магнетитом что-то тут не ахти, да? Ну, по-хорошему, надо уже мотылька делать. Действительно, потому что я... Здесь уже эти исследования без мотылька, они становятся бессмысленны. Нужен мотылек. Так, батареи, понятно. Чертежи. Так, о, большой аквариум. Зарядное устройство батарей. Модификационная станция. Так, я же могу сделать мотылька? Да, я могу сделать. Я могу сделать стыковочную шахту. Вот что самое важное. И мы сейчас, ну не сейчас, чуть попозже сделаем. Все, циклоп я могу сделать. У меня есть чертеж, двигатель, сам циклоп. Пласталевый слиток. Репульсионка. Да, вот видите, магнетит нужен везде. Так, это у меня все. То есть мотылька я могу сделать хоть сейчас. Вот этого товарища нет. Аэрогель и пласталевый слиток. Короче, надо делать
А может, сейчас реально озаботиться тогда с созданием мотылька? Хм. Так, набрали, да? Действительно. Да, поплыли. Эх, раз, два, три, четыре, пять. Магнетит не видать. Жалко, блин. Вот здесь я говорю, на подъеме. Опа. Сборщик транспорта. Да, лучше под днище ползти. Во-первых, так безопасней. Во-вторых, можно на что-нибудь интересное напороться, теоретически. А можно и не напороться. Можно вон на этих кусачек нарваться, которые с титаном играть любят. Хе-хе, морды. Здорово, сталкер. Отстань, я невкусный. Оу, здрасте. Что тебе надо? Отвяжись. Блин, так. Слушайте-ка. Ну, раз уж я тут нарисовался, давайте сплаваем. Давайте тогда изучим эту тему. По-быстрому. Где тут у нас... Вот я вижу какой-то вход. Так. Я вижу пароль. Я знаю ананас. Круто. Угу. Да, все вспомнило это место. Скрываем. Помню. Ну, меня тут больше знаний интересует, которые могут здесь сейчас надыбать. Вряд ли я могу отсюда что-то забрать. Но вот именно всякие данные, которые могут быть весьма полезны. Сборщик транспорта не надо. Вот. Легкий баллон высокой емкости. Вот это спасибо. Вот это, блин, спасибо. Тут только фрагмент сборщика транспорта, да? Да. А это не режется, да? Ой, ли. Любопытно. Сейчас. Но главное, вот этот легкий баллон высокой емкости, вот эта тема. Ты вредная морда, а? Мокриц плавающая, блин. Ты учти, я сейчас обижусь. Устройте веселуху. Уйди от меня, я занят. Так, нет, это не вскрывается, да? Так, меня вот это место интересует очень-очень сильно. Я вроде бы тут... А, это выход. Все понятно тогда. Так, ну вот легкий баллон высокой емкости, это, конечно, тема. Это тема. Тема темная. Так. Комната сканирования. Там можно будет поставить комнату сканирования, но, опять же, мне сначала надо с магнетитами разобраться, чтобы я набрал их и, по крайней мере, сейчас комнаты эти делал нормальными. Ну, то есть с нормальными апгрейдами и так далее. Что здесь у нас? Это у нас сборщик транспорта. Спасибо. Уже не надо. Играешься, хищник? Здоровый. Опасный. Большой и страшный. Ну, хорошо. Не, нормально. Ну, то есть, как бы не зря так, в принципе, проплавали. То есть, циклоп, считай, собрали. Все, сейчас этот... Шахту можно будет... Ой, шахту говорю. Капитан. Вот на халявку ножиком разжились, блин, вообще красота.
Я говорю, это просто вау. Так, яйцо. Ну, блин, куда яйцо-то положить? Ну, давайте сюда пока, что ли, положим. Так, а здесь есть что-то? Старый нож, давайте сюда. Так, разряженные батарейки где-то у меня одна должна быть. Вот ее сюда. И всякие шмотки. Так, так. Алмазы. Литий. Ну, титан, видимо, сюда положим. Титана много. Так. Так. Ну вот, внимание, вопрос. Стыковочную шахту. Где делать, по-моему? Так, что там для нее надо? Так. Ага, два свинца. Блин. Свинец все равно нужен, да? Но видите, в чем проблема сейчас? Свинец-то у нас есть, это не беда. Где ее приделать? Стыковочную шахту. Можно как вариант вот сюда ее приткнуть. У меня вообще мысль была ее вот сюда приковырять. Вот так вот. Хм. Вот так, да? А, она не крутится, да? Как это будет выглядеть? Ну, подплывать мне, конечно, будет не очень удобно. Будем честны. Да, но потом можно будет еще одну стыковочную шахту сделать, например. Да, мягко говоря, неудобно. Может, тогда здесь сделать еще коридор? И как-то вот сюда эти стыковочные шахты вывести. Хм. Ай, блин. Вечно голодный. Пошли пополнять. Vital signs stabilizing. Нам бы попить бы. Тик. Угу. Текс. То есть, если сейчас, допустим, заморочиться еще парочкой отсеков, а они мне будут нужны по-любому. Так, сколько стоит один отсек? Эх, не туда жму, извините. Да, блин, выберись ты, иди в корень. Так, он стоит чисто титан, да? Так, чисто титан. Титан у нас, в принципе, хватает. Вот, как раз на два отсека, да? То есть, например, если мы сейчас изображаем что-то вот здесь. Мне в любом случае нужна будет здесь еще одна комната, потому что там будет эта очистка воды, всякое такое. Вот, да, то есть она мне будет нужна по-любому. То есть, допустим, если мы ставим ее, например, вот сюда. Опс. Вот. А, тут у нас этот. А тут у нас уже, собственно, рядом наш любимый вулкан, да? Ой, блин.
Вынырнул. Так. А здесь, например, ставим. Почему у него не. А, вот. А, нет, стоп. А, понятно, как он вращается. Вот так, например, да? Например, блин. Тут получается такой достаточно интересный подплывчик, да? И вход сбоку. А потом сюда мы еще одну делаем для уже этого, как он называется. Ну, одну для краба, одну для, для мотылька. Ну, а что, в принципе, подплыв нормальный. Тут еще раз подъехал, поднырнул, и все. Надо было взять, что-то я про свинец не подумал. Свинец. Так, что там надо еще раз напомнить-ка? Титановый слиток две штуки, два свинца и смазка. Так. Титановый слиток. А где-то у нас был. Так, вот один титановый слиток. У нас и смазка где-то была, насколько я помню. Да была, была, точно. Чуть жиль потратил. Да хорош, гонишь. Нет, не гонит. Ладно. Титановый слиток. Так, и чё ещё смазка? Гроздь семян водорослей. Свинец, две штуки. Так, гроздь семян водорослей, да? Ну, благо этого добра тут хватает. Кстати, слушайте-ка, а ведь эти водоросли-то можно того. У меня дом высадить. Чё туплю на самом деле. Хватает, что ли? Хватает. Чё я туплю? Надо грядку поставить, что-то я забыл совсем. Ну, у меня там грибы где растут. Я потом отдельно тут ещё парочку грядочек сделаю. Когда смогу здесь вот платформочку зафигачу отдельно под грядки. Да, потому что тут дофига, на самом деле, чего-то выращивать. Это, конечно, не обязательно, на самом деле, вот такое выращивание. Но нафиг не нужно. Так, силиконовая резина. Резина нам пока вроде не нужна. Зачем я столько смазки делаю? Готовлюсь ко встрече со жнецом, наверное. Так, смазка. Ой. Это сейчас что было? Это что? Что это? Вы это видели? Что он изобразил руками? Так, 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 так. Смотрим. Да. Мы могем. Не могем, а могем. Нет, так он, к сожалению, не хочет. А жаль. Мысли. Ну, давай вот без этого, пожалуйста. О, я понял, в чем я ошибся. Блин. Стыковочная шахта, черт, ты же обычно. А как тут выйти там? Угу. Да-да, я тут всегда комнату делал. Ой, лошара. Так, сколько стоит это? Вполне нормально испытывать психологический дискомфорт спустя несколько недель без общения с человеком. Чушь. Исследования показывают, что симптомы можно частично смягчить, если завести питомца или очеловечить неживой объект. Спасибо. Так, два титана.
Раз, два. Так, пустую батарейку сливаем. Тупанул, бывает, да. Пультых. С добрым утром, блин. Может, стеклянную поставить для разнообразия? Не. Нафиг. Правильно? Да, пожалуй, именно так и будет. Вот так. Отлично. Угу. И теперь такую штуку, как переборка, можно воткнуть. Зачем? Не знаю. Хочется. Сколько там надо? 3 титана, 1 силиконовая резина. Раз, два, три. И одна силиконовая резина где-то тут валялась. Валялась, я говорю. Даже не одна. Цел куча. Вот так. Хотя... Сколько стоит стеклянный? Два стекла, да? Два стекла. А что нужно на два стекла? Ай, блин, не туда. Нет, обычное стекло. Кварц. На одно стекло нужно два кварца. Кварц у нас, по-моему, 3-4. Да блин. Вот. Да-да, вот такой фигней люблю страдать, ребят. Абсолютно, как вы абсолютно верно подмечаете, я страдаю фигней. Но мне это дико нравится. Во. Так красявошней. А теперь мы берем, делаем вот, вот так. И еще одну такую же дверь, только с другой стороны. А, так, силиконовая резина. И один... Да блин. И один титанчик. Ой, красота. Вот так. По-моему, симпатично. А вы как думаете? Так, а вот теперь вопрос прочее. А, это понятно. Внутренний. Так, что здесь у нас есть? А где у нас всякие улучшайзеры для этой комнаты, для стыковочной шахты, а? Постройка, понимаешь, всяких улучшений. Я вот хоть убей, не помню. Кофейный автомат. Ну, это пока ладно. Я вот помню, что здесь как-то можно их ставить, но... Блин, я не помню как. Ладно, давайте тогда мотылька с фиг заварганим. Нам теперь нужен.
Так, мотылек, мотылек. Так, чертежи, что такое? Что у нас в чертежах появилось? Ну-ка. А, точно! А, пласталевый слиток. А что такое пласталевый слиток? Кто-нибудь знает, что такое пласталевый слиток? Я не помню. Он не из лития ли делается, а? Пласталевый слиток. А, титановый слиток и два лития. А, ну вопрос, чувак. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня же баллон высокой емкости сейчас. Да, и два лития. Раз, два. Не зря я их собирал. Ох, не зря. Хорошо-то как, а? У меня сейчас 135, а будет где-то, наверное... А я даже не знаю, кстати, сколько будет. Так, и что там еще надо? А, так, это... Эй, пусти. А. Минуточку. А, стоямбус. Ну. А, модификационная станция. Блин. А я ее еще пока не нашел, да? Где она? Вот она. Твою-то налево. Эх, ядренка черешка. Ну ладно. Пласталевый слиток лишним это не будет, это точно. Куда-нибудь-то А, стоп, так он мне, по-моему, сейчас и нужен. Чтобы этот мотылек-то сварганить. Так, а что у нас тут? Голосовой журнал вполне... А, ну это понятно. Так, база данных. Давайте смотреть. Местные формы жизни. Растительный мир. Море. Карликовый веер. Обычное слегка светящееся растение, встречающееся в основном на мелководье. Хрена себе мелководье. Передовые теории. Инопланетные яйца. Данные свидетельствуют, что значительное число, если не все местные виды, размножаются посредством откладывания яиц. Эти встречаются лежащими на дне моря, закопанными под детрит и даже вклиненными в разломы в камни. В качестве районов гнездования различные виды предпочитают различные биомы. Яйца, обнаруживаемые в дикой природе, находятся в своего рода естественном стазисе, по-видимому, ожидая идеальных условий для выступления или жизненно важного фермента, который запустит процесс. Невозможно опознать принадлежность яйца к виду по его внешнему облику, однако можно стимулировать вылупление яйца, если поместить его в подходящий большой аквариум. Понятно. И чертежи. Снаряжение. Ну, это понятно. А, это капсула времени. Капсула времени. Данные прочные контейнеры предназначены для хранения письменных и фотографических сведений, помимо нескольких мелких предметов, в целях извлечения их в будущем. Капсулы времени часто изготавливаются потерпевшим крушение, желающими или помочь тем, кто в будущем окажется в таком же затруднительном положении, или оставить сведения о своем бедственном положении после того, как их тела истлеют. Большинство аварийно-спасательных транспортных средств по умолчанию оборудованы капсулами времени, которые обычно находятся в кабине и отстреливаются при взлете. Корпорация Альтера просит заполнить капсулу времени инструментами и ресурсами, которые помогут тем, кто обнаружит их в будущем. Да, я такое, кстати, делал. Так, когда улетал. Так, мотылек. А, титановый слиток нужен. Стекло две штуки. Блин. И свинец. Черт. А у меня сейчас ни того, ни другого, да? Так, ну стекло. Надо будет это, немножко их по, как сказать, ну, раскидать по той, чтобы, ну, грубо говоря, где там кварц, чтобы он кварц в одном месте лежал, например. Ну, понятно, да? Так, пласталевый слиток нам тогда не нужен. Нам нужен титановый слиток. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что у нас тут еще осталось? Что я не прочитал? А, вот еще данные по инопланетянам. Данные... А, точно, инопланетная вентиляция. Данные решетки соединяются с древней трубопроводной сетью, уходящей за предельную глубину сканирования. Насосная система все еще работает. Труба отбора забирает воду из окрестностей и перекачивает ее в неизвестном направлении под поверхность. Обратно выбрасывается теплая, лишенная кислорода вода. Большинство существ избегают решеток вентиляции. Замечены пескуны, входящие и выходящие из трубопроводных сетей, безо всяких повреждений. Оценка требуется дальнейшее изучение. Все. Так, теперь... Да что ты? Так. Слиток. Так, считай, весь титан улетел, да? Махом причем. Хорошо. Энергоячейка. Свинец, смазка, да? Так, тут как дела вообще? Вот, пожалуйста. Смотри. Жрёте? Еще как жрёте?
Так, а пошли-ка мы с грибочками. Ты чё? Я? Ну-ка, брысь. Да. Ну-ка, брысь. Это мое место. Расплавалось тут. Так, кислотный гриб. Тоже мне. Расплавалось тут всякое. Угу. Грибов набрали. Ну, собственно, я грибы ради этого и держу. Так, что нам еще? А, я понял, наверное, куда энергия улетела. Сканирование, да-да-да-да-да. Я ж поставил ему. И он, наверное, расширил. А, нет, 1 и 2. Так. А, нет, смотри-ка, вот кое-что появилось. Ящик с данными. Обломок, да, он чуть-чуть расширил. Давайте кварц ему дадим. Пусть сканирует. Так, нам нужен сейчас кварц, да? Так, давайте вот эту штуку на двоечку поставим. А вот это на четверочку. А сюда пока ничего не надо. Так, кварц, 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 кварц. Найти бы ту большую трубу, в которой я постоянно спотыкался, блин. Там этого кварца, по-моему, хреново гора. Вот ее бы обнаружить. Так, еще раз, что там нам надо? А, свинец. А свинец у нас где добывается? Напомните мне, пожалуйста. Свинец, свинец, геологические данные, известняк. А, песчаник. Песчаник. Короче, ищем кварц. Кварц. Так, слушайте, мы поплыли тогда в сторону этой Авроры. Там сейчас занырнем. Там же, по-моему, дофига и песчаника было. И кварц там попадался. В этом, в грибном лесу. Сейчас, может, по дороге что нацапаем. Так, это известняк, это нам не надо. А вон, вижу, песчаник. Ну, конечно, золото. Самый ядрить его в корень. Кстати, я ж в репризере? Да, слава богу. А то я уж на секундочку это паду. Да, надо не забывать, что мне так-то вообще-то на альтер надо еще вернуться. Я тут расплавался, так плаваю туда-сюда. Хорошо, мне интересно. А это что? А вот грибной лес. Давайте здесь сейчас будем искать. Блин, а тут литий, да, я так понимаю? Огромное количество. Капец. Еще литий. Лития хоть жопой жуй. Три таких гигантских залежа. Стоп, это что? Нет, мостик циклопа нам не надо. Спасибо, конечно. Как говорится, очень рад. Но... Так. Вижу песчаник. Свинец, отлично. Так, а это что такое? Тоже мостик. Комната сканирования. Ну нет, так, тут мы были. Серебро. Нет, на самом деле, как бы все ресурсы нужны, но меня просто удивляет, что, по-моему, вот как раз таки. Да. Нигде этого гриба не видно. Не видно. Ладно. Поплыли наверх. В принципе, свинца-то много не надо. Не надо сейчас сделать, я говорю, этого мотылька. И, в общем-то, будет мне счастье, потому что я уже не надо будет постоянно всплыванием этими дурацкими заниматься. И разобраться, естественно, с Авророй. Естественно. Да вывести оттуда все, что только можно.
Ну, просто на мотыльке как-то побезопаснее будет. Так. Отлично, еще один свинец. Прекрасно. Золото. Кет не единожды сколько раз уже говорил, что... Еще серебро. Сколько раз я уже говорил... Лазерный резак. Нет, спасибо, это нам не надо. Так. А где ты тут в лесу, по-моему, видел кварц? В достаточно больших количествах или нет? Да, по-моему, было. Или я с алмазами путаю? Ну, как вариант. Это соль за залежи. Большой-большой. Большой-большой сол. Сол, масол, фасол. Нет, по-моему, все-таки я где-то тут кварц видел в больших количествах. Так, это у нас что? Да давайте возьмем, елки-палки. Что нам, титан, что ли, лишний, блин? Титан никогда лишним не бывает. Отложение соли, спасибо, не надо. Куча отложений соли. Сами же видели, с какой скоростью эти титановые запасы улетучиваются. Просто запредельные же. Бамсы нету. Еще золотишко. Да. Гриба нигде нет. Всплываем. Уже. Да-да-да, всплываю. Ладно, поплыли домой. Там где-нибудь кварц найдем. Потому что, в принципе... Да, свинца у меня две штуки есть. Все нормально. Просто сейчас я говорю, это уже начнется откровенная порнография. То, что я туда-сюда вот это вот мотаюсь. То вверх-вниз, вверх-вниз. Я кучу времени буду на этом терять. Так что давайте сейчас по дороге тут поищем кварц. Нам, в принципе, много-то не надо. Четыре штучки всего. Вот, пожалуйста, еще свинец. Обнаружен. Разве плохо? Вот еще. Вообще великолепно. Ну, серебро. Серебро тоже сойдет. Докатились, да? Что, говорит? Серебро, говорит, выкинет эту гадость. Свинца дайте. Ага. Нам туда им. Нам туды, туды и еще туди. Лишним не будет, как я уже говорил, будет запасным. Так, тут где-то что-то еще, по-моему, валялось, нет? Ладно, а вот, кстати, какой-то ящичек. Берем. Ай, прекрасно. О, еще. Ну что, дашь еще свинца? Ладно, не свинец, тоже сойдет. Так, вообще, конечно, я тут что-то заплавался, по-моему, да? Ну, тоже так кажется, будильничек-то звенел. Так что давайте сейчас небольшой перекурчик, как обычно. И еще одну серию сегодня. Опа. Запишем. Сохранится. Перекур.